Всем привет! Я приехал уже домой. Жара у нас страшная. Градусов 40 сегодня было, наверное, даже больше. Вот. Сегодня штукатурить не буду. Сегодня мне нужно покосить во дворе. Вот, ну и так, бытовые дела там. То постирать, то доесть, приготовить. Вот. Так что пойду покашу. Ну вот сейчас сгребу всю травушку, чтобы было чистенько. Вот. И будет хорошо. Ну все, здесь посгребал. А мы с другом соорудили. Видите, какую лобное место у нас в лавочке. Иногда сидим там вечером. Вот сейчас тут догреб, кучу эту вынесу. Так уже ровненько все. Смотрите, какого красавца я приобрел. Миксер. Раствор мешать. Во. Вот, сейчас съезжу, куплю чашку такую большую, ну, специальную, которая замешивать. Потому что дрель я беру у друга, но она слабенькая. Недолго. А это, о, какой венчик. Крутая штука. Потому что штукатурить мне много. Вот, поэтому пришлось приобрести. Ну, я не жалею, хорошая вещь. Посмотрел, как они мешают. Вообще шикарно. Все, поеду, куплю этот таз и будем пробовать. Купил вот такой тазик, чтобы мешать. То, когда в ведре, это, ну, мало. Только намешаешь, уже снова мешать. Вот, и буду сейчас испробовать эту штуку. Да, здесь я вот три полосы доделал. Доверху. Вот, сейчас попробуем. Может, этим проще будет, быстрее. Thank you.
так вот получается. Ним, конечно, побыстрее. Побольше замешал и вперед. То с ведром, конечно, туда-сюда. Правда, летит у меня все на пол. Ну, ничего. Вот верх я позавчера доделал. Вчера ничего не делал, вчера покосил там такое. Все, сейчас у меня отдых немного. Съездил в магазин. Цемент смотрел. Нужен цемент по 25 килограмм. А у нас только по 50 сейчас продается. Вот и заодно купил этот. Сейчас покажу. Купил вот такой фонарь. Еще один. Один вот стоит. Вот он. В эту сторону. И один хочу вот сюда, чтобы поставить. Вот. Ну, скорее всего, я еще буду штукатурить сегодня. Ближе к вечеру. Я дома сегодня. Вот. Жара спадет. Вот. Вот. А сейчас я... Что я? Все, наверное. Буду заканчивать снимать. Чтобы сегодня выложить вам видео. Вот. А если сегодня буду что-то делать, то в следующем покажу тогда ролики. Вот. Так что всем спасибо. Всех обнимаю. Всем пока-пока.